Доброго всего времени суток, с вами Тексер, демка Planet Crafter. А, как видите, море у меня тут уже разливается и цветет, и пахнет. А, собственно, что в планах? Баклажаны зреют, баклажаны еще тут, что у нас, 91%. Ну, недолго осталось, но это не важно, все впереди. Все впереди, все сделаем. Что надо сделать? Во-первых, я хочу поставить ядерные реакторы Т2. Во-вторых, я бы хотел сделать еще один генератор водорослей. В-третьих, надо поставить биодом. Для биодома нужны образцы бактерий, суперсплав и удобрения. Так, ладно, давайте начнем с реактора. Тут самое простое и понятное. Опять-таки, что надо сделать? Надо пойти и разобрать все нафиг. Так, иди сюда. Да. Так, ты. Ух, урон на звук. Ладно, надо пойти и разобрать нафиг вот эти реакторы. Да, у нас тут энергетический кризис получится, это не страшно. Чего у меня нет? У меня серы нет. Мне надо взять две серы. Так, пошли. Куда ты эту серу метнул, черт возьми? Ого, серы-то немного. Ладно, не важно. Не важно, с этим мы разберемся. Так, реактор Т2, давай. Едитка сила, у тебя размерчик-то. Энергия восстановлена. Ну, еще бы она была не восстановлена. А, давайте, пользуясь случаем, вот это все разберем нафиг. Что самое интересное, энергии хватает. Ладно, но тем не менее. Давайте тут. Все, у меня теперь энергии просто валом. Так, что я следующий хотел? Биодом. А, для биодома нужны две... От сера нужна, а сера же у меня нет. Ту или есть еще. Есть сера. Иди сюда, сера. И у меня осталось много сплава. Это вообще великолепно. Сейчас посмотрим. Итак, нужны нам образцы водорослей. Бактерии, вернее, у меня есть. Нужны удобрения. Давайте посмотрим, что я удобрения могу сделать. Удобрения. Ну... Ладно, джан баклажан. Все, погнали. И за серой надо будет сходить. Значит, с баклажанами разберемся. И схожу я за серой. Баклажан. 100%, отлично. Тыц. Тыц. Гриб. Гриб, сами понимаете, тоже тыц, потому что грибы нужны, это биопластик. Там ураган на улице. Понимаю, да? А, нет, там метеорит на улице, ну тоже хорошо. Так, баклажаны продолжаем выращивать. А, нет, не так. Ну, 100% уже, что ты? А, сверху. А, иди. Так. Ну чего? Ну, это обычный метеорит, прилетели, привезли мне ресурсов. Не страшно. Неуютно, конечно, такую погодку ходить, но что поделать. Так, пошли удобрения делать. Так, био. А, био у нас вот тут, био вот такое есть. Все забрал, вроде все забрал. Так, погнали. Бабах. Ну... Энергию у нас навалом, водоросли у нас навалом, сейчас все будет. Так. Так, что нам нужно? Во-первых, нам нужно еще водоросли вот этих вот. Отлично. Сера. Сера одна есть, удобрение на два. У меня есть еще одна сера. Еще одна сера у меня тоже есть. Прекрасно. Разошлось-то, да? Пойдем водоросли еще наковыряем. Померещилось. А, ладно, пойдем водоросли наковыряем, как я уже говорил. Че-то тут их не очень, водоросли. А, вот они водоросли. А, это не водоросли. Водоросли. Ну, по крайней мере, они щелкнули, они пропали. Вроде ничего не написалось, ну да ладно. Выше, наверное, пишется. Погодите, а вот вы водоросли? Вы не водоросли. А что-то водоросли мало, а? Что так плохо водоросли респим? Смотрите, какая-то поверху плавающая дрянь есть, а водоросли нет. Ладно, что я насобирал? Ну, 4 водоросли есть, нормально. Вот это ядерный реактор. Вот эти мыльные пузыри зеленые, это ядерный реактор.
Я офигеваю, как они все рисуют. Как в представлении разрабов все это выглядит, да? Так, погоди, что мне надо? Мне надо вот это. Две. Раз. У меня нет баклажанов, но есть все остальное. Вот эту вот штуку. У меня нет водорослей. А, нет, это водоросли. А, нет, две штуки есть. Что мне нужно? Еще одну водоросль надо и баклажанов. Неплохо. Можно сходить на самом деле за серой. Тут что у нас? 6 кило, а нам 25. Ну, генератор водоросли-то 2, еще свое веское слово скажет. Так, я сюда все сложу пока. А, чуть не влезай. Что бы мне с собой забрать отсюда? Тут заберу. Не то чтобы с собой, но куда-нибудь суну. Отсюда, например. Так, неплохо. А вообще, на самом деле, тыквы иди сюда. Сожрал. Отлично. Что еще хотел построить? Биодом. Я хотел построить помимо биодома вот эту и, ну, еще один водорослятник, он тоже у меня пока не очень. Для биодома-то добряшечку надо. Вообще, значит, можно будет сходить за серой. Чтобы джентльмен не сходить за серой. Уран, конечно, да. Надо бы, может быть, еще баклажанов наставить. О, 31 уже озер. Так, ну что, все растет, все прекрасно. А там и биопластик, глядишь, спроворю. Так, ну что ж, потопали. А то серы мало. Сера наверняка нужна будет. Сейчас воды еще себе цапну. Так, все, погнали. Так. А, она до полного дополняет. Сера у нас вот за этим горным кряжем лежит. Можно идти либо вот там мимо корабля, либо вот тут мимо красного минерала. Иридий, мимо иридия. Так, хорошо, погнали. Изменений пока никаких не происходит. Как оно все выглядело, так и выглядит. Иридия тут стало гораздо меньше. Я тут уже хорошо пособирал. Вот прям опустело. Так, это не берется. Хотя, может, в этот раз боговаться не будешь? Будет. Не боговаться тоже. Захотел. Мечтатель. Это я скоро иридиевые астероиды буду сюда себе респить. Так, вот он выход. Это у нас что? Лед в пещерах остался. Помните, мне писали, что в пещерах, возможно, остается лед, но это не точно. В пещерах лед остается. Так, ну, иридий еще есть. То есть даже если не заладилось с постройкой... Блин, что тут не растаяло? Если не заладилось с постройкой вот эта чаша, которая воду собирает всегда, можно воспользоваться иридием в пещерах. Ты кто? Ты алюминий. Блин, он в зеленом свете, посмотрите на него. Вот маскировочка. Но это вот серный биом. Низкий уровень гидратации, я знаю. И вот тут хрен поймешь, что ты видишь. Мне еще надо вспомнить, как сера выглядит. Вот она. Отвратно она выглядит. Потому что тут не видно. Зачем мне кремний? Я его собрал. Так. Железо не надо. Так, вроде поднимаешься, да, из этого тумана там. Что-то видно. А сера вся в тумане, скорее всего. Вот. Вот это выход пещеру с еще серой, как ни странно. И через нее можно пройти вот тому кораблю на горе. Да, и вот синяя фигня здесь тоже. Осмий. Осмиева серная пещера. Неплохо. Неплохо. Они будут там по улице бегать, тут все соберу. Ну и вот выход к кораблю. То есть изначально тут тоже засыпано все, но оно тает. И в итоге затаивает. Вот, он. Вот они, растаявшие остатки. Останки. Ошметки. Так, ладно. Прыг. И железо нахуй. Вот. И вот мой домик. Давайте тут вдохнем. Посмотрим, что есть. Фигня есть.
Что больше фигня есть. Дать наконец-то тряпки отсюда заберу. Да, что-нибудь баклажан один заберу. Так, мне говорили, что тут есть что-то хорошее вот на этих скалах. Не знаю, не знаю. Что-то меня сомнение гложет, что что-то хорошее есть. Вот, видите, откуда вышло. Возможно, оно вот там есть. Глотнем. Возможно, в ту сторону есть. Посмотрим. Корабль мой обобран. Я его весь обобрал. Ну, тут тоже ничего нет. Вообще-то. Ну, в обычный минерал. Мне говорили, что тут что-то хорошее прям. Что-то не вижу тут ничего хорошего, честно сказать. Может, вот там что-то. Ну, туда далеко. Не факт, что заберешься. Но даже если там лежит суперсплав, мне это, в принципе, не очень интересно. Потому что чё-чё, суперсплава я надрал просто гору. Мне очень интересно туда в пустыню глянуть. Давайте пока там баклажаны растут, сбегаем, посмотрим. Так, ну все, моя капсула сданула навсегда. Даже памятник первопроходцу не получилось. Так, ну вот вода. Бултых. Я просто туда не ходил, в эту дырку. Все, ну как времени не было, не было. Потом вроде как уже и не нужно. Там ящик лежит. Возможно, что тоже какой-то интересный биом, но не факт. Давайте я все возьму. Если будет не нужно, выкину потом что-нибудь. Тут почему-то все равно лежит лед, хоть это и на улице. А, дерево? Слушайте, это дерево? Ну, это на камень не похоже. Ладно, это глючный камень, скорее всего. А, знаю я этот биом. Тут хоть и лед. Но во что-то хорошее это в итоге... А, кислорода же нету. Ёлки, надо возвращаться. Надо возвращаться. Ну, в общем, этот лес этих палок. Так. Не люблю, когда лежит пустое. Это лес из палок, вот этих скал, похожих на палки, в которых там лежит еще один корабль, в которых лежит еще осмий. То есть такое место. Ну что ж, нормально. Даем чеку. Вот. Надеюсь, что все не затопит. То есть, возможно, берег будет вот там, по границе корабля, но тогда должен затопить всю равнину. Я не думаю, что столько воды будет. Мне кажется, она вообще скоро остановится. Так. А, мне класть некуда. Посмотрите, уже 20-ка, а начали с 16 МТИ этих. Ну, по-моему, все неплохо. Так, да-да-да, у меня ничего нету. Меня все так заносит туда. Так, давайте обычные минералы сюда, все нафиг. Необычные, кстати, тоже все сюда нафиг. Тряпочки тоже все сюда. Осмирай, пофигу сюда. Так, так. О, нормально, по-моему, выложил. Сюда серу. Так, так, давайте. Два вот этих надо. Вот эти нужно, вот это нужно, вот это. Серу можно было не класть, кстати. Ну да ладно, вот так. Ну, как-то вот. Водицу выложу. Так, давайте еще раз уточню. Все есть, нужно три баклажана. Процентов озер, баклажан. 74%, ну не так и много. С другой стороны, не так и мало. А, пойду-ка я еще водорослей жахну. Если они есть. Очень я в этом сомневаюсь. Ну смотрите, тут получается такой же круг. Вот она водоросли. Как и вокруг вот тех полей, которые там поливочное это устройство стоит странное.
который вокруг себя выращивает плантацию. А, все пусто. Больше водорослей нет, но я уже нормально набрал. Мне единственное, что надо, вот баклажан дождаться. Эти все пыхтят. А небо стало прям глубоко синим, или мне кажется? Наверное, мне кажется. Ну, блин, а еще какие-то отображения терраформинга будут? Нет? Так, что еще могу построить? Что еще хочу построить? Я хочу, конечно, вот это построить. Туда, как видите, опять надо баклажан и самородок биопластика. Самородок биопластика нам надо на... Ну, как? А, два гриба, кремний, вода. Ну, тоже сейчас вот урожай соберу, и у меня будет биопластик. 7 кило. Биомасса очень медленно растет. Ну, биодом поставлю. Он же водоросли дает. Ты же водоросли даешь, биодом. Биодом-то 2. Кислород, энергия, биомасса. Ну, вот да, я про это и говорил. В общем, от счастья нас отделяют... Ай, стоять. Только баклажаны. Слушай, прям даже лень что-то идти добывать. 78. А давайте я сейчас просто паузу включу на записи и просто постою тут потуплю. Готово. Дозрело. Ну, естественно, я сажаю новое. А где семок-то еще набрал? Ну, где-то набрал, короче. Какая разница? Так, а вот тут немножко уже фигня, потому что баклажанов у меня уже не влезет. Так. И что мне со всем этим делать? А водички попить, что мне делать? Оп. Почему этот баклажан за это заныкан, я не знаю. Залочен. Боговина какая-то, короче, ладно. Так, все, делаем следующую. Ай, не туда уперся. Биопластик. Кремния нет. Кремний у меня где-то валялся, надеюсь. Кремний. Ну там для водорослей надо еще баклажанов. Погодите, у меня второго гриба нет. Серьезно? Серьезно нет. Так, эту съедим. Все, он залочен напрочь. Ладно, второй гриб. Так, что у нас для второго биодома не хватает? Серы. Ну, пойдем. Я, наверное, к этому биодому его пришпандурю. И в нем, наверное, будет еще что-то, да? Ну, давайте. От души поставил, да? Блин, он не ставится. Не предназначен для этого? О, есть. Предназначен. Так, надо, по-моему, железо. Ну, чтобы подневой топор подвинуть. Или титан. Железо. Погнали. Ну, чтобы не по-дурацки смотрелось. Чтобы он на чем-то стоял. Вот. Он на чем-то стоит. Ну, пошли смотреть, что эта штука нам принесет.
Так, а вообще я еще хотел вот эту. Ну, сплав есть, баклажан нет, я понял. Пойдем поглядим. Вот это да. А что тут? А ничего, тут коридор дальше. То есть тут такая вот непонятная штука. Но он у нас производит, видимо, биомассу, там кислород и так далее. Хорошо, будем знать. А надо будет дождаться еще там баклажаном. Блин, как эта штука-то залучилась в себе и все. Так, и что у меня 7 тыквы осталось, я не понял. Ну-ка. Ну, слушайте, я посадил. Ну, ладно. Ладно, растет, растет, хрен бы с ним. Что у нас тут? 41% озер. В принципе, все нормально. Что мне еще осталось? Да ничего мне не осталось. Сейчас замочки посмотрим. А у меня осталось сборщик воды из озера, это чтобы пить из озера. И водяной фильтр, это прямо в скафандр пить. То есть ничего мне больше тут не надо. Погодите, а Т2 водорослевик? А он где-то внизу, там биомасса. Все. Мне реально ничего не надо. Так, туда иди. Туда иди. Туда иди. Туда иди. Биопластик тоже туда иди. Что мне с этим сделать, я не знаю. Ну ладно, авось разлочится когда-нибудь. Еда тоже туда иди. И 3 пробирки тоже идите туда. Вот так. Ну, как-то вот. Что сказать? Ну, пока тишина, покой. Дверь отключена. Десять килограмм. Ну, видите, начала тикать уже быстрее. То есть генератор водорослей скоро будет. И ракет-разбрасыватель семян. Но это мультипликатор кислорода. А вы знаете, мне кажется, что просто следующая серия будет уже, видимо, финальной. Что, ну, а что мне тут еще делать? Тут больше нечем заняться. Я не думаю, что тут будет как-то, не знаю, флора-фауна появится, постройки все. Ну, разлочу последние и все. Как-то вот так вот. Вода? Воды навалом. Можно еще сходить вот туда на равнину, посмотреть, что там. Может, там какой-то корабль есть. Ну, как бы ничего особенного этого не даст, но просто тут пока всякое вырастет. Ну что ж, господа, а на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.